Привет, друзья! Был недавно в очень большом супермаркете и нашел кальмары. И захотелось их приготовить по рецепту, вот именно в панировке. Там же я нашел панировку с кунжутом, чесноком и мукой. Вы это можете сами себе приготовить в домашних условиях панировку в блендере. Или с обычного хлеба приготовить сухари, перемолотые через мясорубку, блендер, как вам удобно. Ну что ж, приступим к кальмару. Кальмар обязательно должен быть чищенный без пленки. Он у меня уже зачищен. Толщина быть должна примерно вот сантиметр, это мизинец. Вырезаем наши кальмары кольцами. Это важно для того, чтобы сохранить максимальную сочность и прожаренность нашего кальмара. Все это отправляем мариноваться. Мариновать будем банально соль, перец, лимон. Перец. Я использую не белый, а черный. Если у вас есть белый, можете использовать белый. Мне очень нравится аромат черного перца. Лимончик. Все это перемешиваю. А пока у нас кальмарчик маринуется, мы приготовим нашу панировку. Нам понадобится мука, яйца. Два яйца на два кальмара. Два кальмара весят 250 грамм. Перебиваем яички. Запускаем кальмар в муку. Хорошо ее отбиваем. Запускаем в яйцо. И в панировочные сухари. Оставляем слегка отдохнуть. И снова повторяем тот же процесс. Все, когда оно засохло, отправляем на тарелку. Ставим такую округлую форму. И вуаля, можно жарить. Отправляем наши золотистые кальмары жариться в масле. Жарить мы будем 1 минуту 20 секунд. Не более, потому что кальмар пересушится. Обязательно подготовим тарелочку заранее, для того, чтобы можно было выкинуть кальмары. Минута 20 достаем кальмары. Будем подавать их к нашему столу с нежным сливочным соусом. Для соуса нам понадобится лук репчатый. Лука репчатого 15 грамм. Отправляем его в такой небольшой стаканчик. Лучок зеленый. Тоже грамм 10. Отправляем это все тоже в стакан. Зубчик чеснока. Сметана. Точнее, сливки домашние.
две такие столовые ложечки. Американская горчица. И все это тщательно перемешаем. И чуть не забыл самый немаловажный момент. Соевый соус. Буквально 5 грамм. Соус подаем в середину, без всяких соусничек, чтобы максимально было удобно взять и скушать кальмар с замечательным соусом. Бам! Я желаю вам приятного аппетита. Попробуйте по моему рецепту кальмара, и вам это обязательно понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока!